2 июля в Каспийске по улице Ленина была проведена работа по замене устаревших ламп освещения, которые являются основным источником света в ночное время на данной улице. По поручению главы городского округа города Каспийск на улице Ленина была проведена плановая работа по замене ламп освещения. Были заменены 4 лампы. Работа по замене светового оборудования на участках проходила в течение нескольких часов работниками Каспэнерго совместно с управлением ЖКХ города Каспийска. Кроме того, по словам главного специалиста управления ЖКХ города Арсена Шахбанова, планируется провести обновление ламп и на других улицах.